Несмотря на переменчивость модных тенденций, модели в стиле Шанель остаются символом элегантности и утонченности. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я покажу вам, как шить некоторые элементы юбки в стиле Шанель. Пошив самой юбки не сложен. Это базовая модель, слегка расклешенная к низу. В этой модели заслуживают внимания карманы с бахромой, а также отделка низа бахромой. Как сделать карман с бахромой, у меня есть отдельное видео. Переходите по ссылке, и вы узнаете, как шить карманы с бахромой в стиле Шанель. А я покажу вам сейчас, как пришить бахрому к низу изделия. Сейчас я покажу вам, как буду обрабатывать низ юбки бахромой. Я беру бахрому. Как сделать такую бахрому, вы можете увидеть, перейдя по ссылке, которая сейчас появится в правом верхнем углу. Итак, теперь я накладываю бахрому сверху юбки, лицевой стороной к лицевой стороне. Вот так. Бахрома смотрит вверх. И скалываю иголочками. Я сколола две детали. Теперь необходимо прострочить по той же ниточке, по которой я прострачивала бахрому. Чтобы наше изделие выглядело аккуратно, я низ юбки обработаю обтачкой. И для этого я вырезала из подкладочной ткани обтачку и теперь прикалываю сверху бахромы, а потом я пристрочу ее в ту же строчку, что и пристрачивала бахрому. И так прикалываем по всему низу. Я притачала обтачку к низу юбки. Теперь поднимаем обтачку вверх и прокладываем строчку близко к шву. То есть делаем расстрочку. Делая расстрочку, тем самым мы укрепляем шов. Сейчас все хорошо выметываю. На примере этой юбки я показала, как можно использовать бахрому, которую я сделала двумя способами. Украсив карманы и низ юбки. Желаю вам вдохновения, хорошего настроения, быть модными и до новых встреч в следующих видео!